мясо. Ну-ка. О, граната. Как граната? Нихуя себе, реально граната. Прикольно. Смотри, катается. Ну, красиво. Блядь, я тоже хотел стрелять. Прикинь, мы сейчас втроем отлетели. Такой пиздец бы это был. Ну-ка, знаешь, без предупреждения просто ебанул. По динамиту. Так вот, я вспомнил. Короче, небольшая история есть. В общем, я человек очень эмпатичный, переживающий и парящийся о чужой безопасности. Как известно, вот я, короче, как-то ехал в лифте. Вот, я в своем доме еду в лифт, захожу в лифт, и за мной заходит девочка-школьница. Я ей говорю, ты аккуратней, короче, и, типа, я этот, ты сосед, но лучше со взрослыми дядями в лифт не заходить, короче. Вот. И мысль такая, и потом уже доехали, все, дни прошли и так далее. Я, короче, думаю, вот такая мысль. По правилам этикета мужчина в лифт заходит первый, и первый же из лифта выходит. Вот. Но я думаю, чтобы женщине было безопасно как-то раз. Думаю, чтобы ей было безопасно, как эта женщина стояла, она вызвала лифт, лифт приехал, она зашла и говорит, вы и едете? И я говорю, не еду, спасибо, выезжайте, дождусь. Вот, она уехала, я подумал, ну, чтобы ей было спокойно. Думаю, пускай спокойно доедет, не будет какой-то задней мысли насчет меня, вдруг я маньяк, псих, насильник, не дай бог. Вот, но потом подумал, что, во-первых, это неправильно. Даже по правилам безопасности, то есть, если женщина зайдет в лифт, мне все, что остается, чтобы совершить плохие намерения, просто за ней тоже зайти. И чтобы женщине было безопасно, логично, чтобы женщина просто такая, ну, хочет получить безопасность, она должна пропустить мужика вперед, он такой, типа, едет, она говорит, нет, не еду, и мужик уезжает. Потому что на месте мужчины затащить в лифт, намного сложнее человека, намного сложнее затащить в лифт, чем просто за ним зайти. И, в общем, с такой мыслью я думаю, вот это правильно. Вот, думаю, это гениально. И я вот стою, жду лифт, и девушка стоит, ждет лифт. Я вот, лифт приезжает, я прям первый туда бурюсь с мыслями о ее безопасности. Вот так на нее разворачиваюсь и понимаю, что ей надо объяснить ситуацию и всю эту мою мысль донести. Но двери лифта, я периферийным зрением замечаю, что ну, вот уже сейчас будут закрываться. И я думаю, бля, они закрываются, надо как-то очень... Я пытаюсь очень быстро уместить в свою мысль, в предложение, которое я успею произнести, пока двери лифта не закрылись. И все, что я делаю, двери лифта начинают закрываться, девушка хочет зайти, я вот так впереди руку ставлю и говорю, так безопасней. И я просто нахуй уезжаю. Но когда двери лифта закрывались, я это пизданул. У нее такое лицо было, типа, что за хуйня вообще? Бля. Что, жижи получается, бойс? GG. GG, guys. Нихуя! И такой сижу, думаю. И потом до меня доходит, что в никто играл вот этот Боб Одинкерк. Я такой, what? Как офигел? Прикольно. А ты в оригинале смотри. Да, да, конечно.
Пипец. Сколько злорушек ты словил, дядя? Я? Да. А, Рахта. А Рахта разве на Америке играл? Это по нам? Да-да-да, в спинах. Блядь, не вижу, прикинь. А, вижу. Примерно на метке. Примерно. Наверное, так-то не вижу. Да. А, за железкой вижу. Ага. О, еще и в доме на яде, блядь. Макака. Во, вот слон. Там еще кто-то отстрелял. Играешь с этим арбизмом? Я тебе говорю, это крутая тема. Провинция Тайлинь. Рядом с Харбином. О, у нас в Алматы есть ресторан Харбин. Пиздец, потрясающий ресторан. Вижу, 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 вижу. Осторожно, вон там. Да-да-да. Прям на метке. Попал. Убил. Убил, по-моему, его. Да ты, тебя еще тут не хватало, иди. Кто-то у нас горит. Выстрелил? Да. Убил его. У меня кровь. Ебать. Пошла, осторожно. Есть, есть. Спасибо. Меня тут... Пиздец, у тебя там ПВЕ! Со мной осторожно, по-моему, там еще с этого стреляли. Тюрьмы. Да-да-да-да-да. Все-все, я вас избавил от этого дела. There you are. You two are both five star. Let's not be pussy and sit inside. Let's go outside and fucking fight them. Come on. Okay, just let me... Let's go! Блять, я тут... What the fuck? Come on, don't be good. Yeah, yeah, I'm coming! Tag the other one, he's dead. Видали, как ты тушил его динамит на ходу? Пиздец, я моночил, ёбаная! Я хочу вам сказать. Вы это видели? Ах, вы скотины. Вот изгонять было не обязательно. Вот именно. Пошли им, расскажем. Не. Это был я. Не очень удачно. Этим человеком был... Тут играет один. Наука активирована. Хорошо. Заперлись. Горит. Бил. Нет. Горит. А вот нечего было, босс. Thank you.
Nope. Nope. Спать.